Ну, слава Богу, вы пришли, господин ведущий. Я напоминаю, что мы находимся в интеллектуальном казино. Господин Федук, вы ответили на мой вопрос «свинья». Хотя вопрос звучал так. В каком костюме какого животного греки захватили Трою? И теперь внимание. Правильный ответ. Греки захватили Трою, спрятавшись в фигуре коня. Но мало кто знает, что внутри коня они были в костюмах свиней. И это правильный ответ! Счет 18-1 в пользу телезрителей. 18-1, да, собрались. Угу. Да. Ну что ж, господин Федук, вращайте волчок. Так, друзья, надо переломить ход игры. Да. Внимание, вопрос. Что Владимир Ильич Ленин сказал Надежде Константиновне Крупской на первом свидании? Время. Время. Господин Федук, кто из вашей команды будет отвечать? Я... Отвечает господин Гусь. Собственно, что мне отвечать? Я всю минуту делал... У меня нет вариантов. Может, у вас какие-то варианты есть? Да, ну, капитан, у вас даже есть версия. Вы же капитан. Капитан, вариант. Вам повторить вопрос, господин Федук? Да. Хорошо. Что Владимир Ильич Ленин на первом свидании сказал Надежде Константиновне Крупской? Хватит. Итак, внимание, правильный ответ. Владимир Ильич Ленин на первом свидании сказал Надежде Константиновне Крупской. Федук ван лан. И счет становится 19-1 в пользу телезрителей. Близко, близко было. Но там немного, там... Уважаемые знатоки, на этот момент вы сыграли все свои вопросы. Остался только блиц. Господин Федук, кто будет играть блиц? Я думаю... Я буду... Это решение капитана. Ну что ж, тогда приготовьтесь. Итак, сегодня Супер Блиц против вас играет телезритель Алексей Усенюк из Новосибирска. Почему в 21 веке, веке цифровых технологий и высокоскоростного интернета, вопросы на что, где, когда по-прежнему нужно отправлять почтой? Old school. Замечательно. Следующий вопрос. Насколько здорово жить Елене Малышевой с ее зарплатой в 500 тысяч долларов? Ой, как... Очень, очень здорово, я считаю, очень. И это... Правильный ответ! И мы выиграли Супер Блиц! Всем оставаться на местах! Не двигаться! Я сказал, не двигаться! А представьтесь, пожалуйста, вы кто такой? Господин ведущий, я Алексей Узенюк из города Новосибирска. Черт! Тогда зачем мне этот чулок? Так, конкретно вы ответили на все 43 вопроса, которые я присылал. Я не могу выиграть деньги. Вы в сговоре с ведущим, понятно? Я все это понял, сейчас выведу вас на чистую воду. Последние слова Петра Первого. Все. Все, это правильно, черт подери, а? Правильно, хорошо. Молодец. Тогда второй вопрос. По статистике, самый мерзкий звук. Ну? Швиск. Швиск? Как ты все знаешь, черт? Ладно, хорошо. Так, хорошо. Я с утра сочинил песню, сейчас я ее буду петь, а ты закончишь ее, хорошо? Так. Она хотела жемчуга рвануть в июле на юга, и я совсем попутал. Шугарин. Шугарин, сидим с тобой вместе, мы шугарин. Черт! Ты все знаешь!
Ты все знаешь. Скажи, спиннеры уходят? Какая будет следующая залипуха? Просто интересно. Соплепрыга такая. Соплепрыга, ребята, надо брать, надо брать. А, вот еще там меня всегда интересовало. Кроты, да? Вот кроты, им по слепоте пенсию дают какую-то? И по слепаков им выдает пенсию после слепоты, когда проходит. Божья коровка, она на самом деле чья? Коровья. Коровья, коровка, все понятно. Сережа, я не знаю, что спрашивать. Я не хочу вас останавливать. Я хочу узнать правду на все. Слава богу, ты пришел. В пятницу в 22:00. Юмор на СТС.